Прежде чем мы начнем, хотели бы вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться на канал. 97% пользователей смотрят наш канал без подписки. Мы очень грустим по этому поводу. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» стала серой. Спасибо за подписку. А теперь начнем. Всем известна польза чеснока в холодное время года, в период эпидемии вирусных инфекций. Но мало кто знает, какую еще пользу он может принести, кроме лечения гриппа и простуды. Секреты чеснока, о которых вы могли не знать, в сегодняшнем видео. Чеснок – это многолетнее растение из Средней Азии, обладающее неповторимым запахом и острым вкусом. Издавна он считался целебным из-за своих антибактериальных и противовоспалительных свойств. Научно доказано, что люди, в рационе которых постоянно присутствует чеснок, болеют реже, чем те, кто не уделяет ему должного внимания. Кстати, именно чесноком кормили олимпийцев в Древней Греции вместо современных допингов. В этом пряном овоще содержится огромное количество полезных веществ, такие как кальций, калий, фосфор, витамины группы В, С, а также селен, йод и масла. Помимо этого, в нем присутствуют летучие вещества, фитонциды, которые защищают растения от различных бактерий. И именно это вещество обеспечивает противогрибковый и противобактериальный эффект продукта. Ко всему прочему, он положительно влияет на мужское здоровье и способствует выработке тестостерона. Снижает давление. Если вы страдаете от повышенного давления, добавьте в свой рацион чеснок. Он расширяет сосуды и снижает артериальное давление. А вместе с давлением также исчезают головные боли и повышенная нагрузка на сердце. Кроме того, чеснок снижает уровень плохого холестерина в крови на 10-15%. Таким образом, риск заполучить болезни сердца или инсульт снижается почти вдвое. Предотвращает онкозаболевания. Чеснок снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний, так как содержит в себе антиоксидант лицин, который убивает раковые клетки и снижает вероятность инфекции в органах дыхания. Тормозит старение. Чеснок богат антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и помогают сохранить молодость. Пожилые люди при его употреблении избегают риска болезни Альцгеймера, а те, кто помоложе, могут улучшить свою память и повысить производительность мозга. Вред чеснока. Исследования показали, что злоупотребление чесноком может приводить к рвоте, тошноте и кожным аллергиям. Лучше всего потреблять его в малых количествах, чтобы избежать побочного действия. Мало кто знает, что чеснок – калорийный продукт. На 100 граммов приходится около 150 калорий. Его не рекомендуют употреблять людям, которые следят за весом, поскольку чеснок стимулирует аппетит. Продукт не рекомендуется есть на голодный желудок, он может спровоцировать отравление, изжогу и спазмы. Особенно это касается людей с заболеваниями ЖКТ. Также не стоит есть чеснок людям, страдающим эпилепсией, так как он может вызвать очередной приступ. Будьте здоровы! Спасибо за просмотр ролика. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться с друзьями. Спасибо!